Прикольно проходили, спасибо. Брат, а можно тянуть разок? Сейчас, у меня. Давай. О, смотри, хоть еще корч приехал, смотри. Садись, Илюх, сейчас я ящик буду. Или давай ты, Сань, садись, ты объяснять не будешь. А че, ты же... Нет, что, с тобой сесть? Даня? Да. Да ладно? Да. Даня, да. Что мне сегодня происходит? Что происходит? Не знаю, Вань, это самый странный день в моей жизни. А что это, блядь? Ты умеешь ездить? Так, где дырка для меня? Вот она. Это тебе не надо. Я не пользуюсь. Только сцепление и первая передача. Первая вот прям просто. Просто вперед. Да. Стоп! Лол Стиму 10 лет! В честь этого они устраивают розыгрыш с более чем 500 000 призовым фондом в рублях! Для участия вам нужно зарегистрироваться и выполнить условия в теме розыгрыша. Перегазовывать. Я, брат, не первый день за рулем. Виника, это Рио. Когда я родился, меня звали Мотор. Ты спросишь, почему? Потому что я умею его чувствовать. И что? Блядь, ну он не умеет. Некая перекладочка была. Неплохо, сука! Неплохо! Санечка, блядь! Сань! Я вижу, блядь! Остудиться чуть заведи. Да, чуть-чуть продуться. Газу. Сань, сколько ты в него вложил? Купили за 1 300 000. А вложил? Все, ничего не делали. А, реально? Только салон. Снаружи снять? Да. Сейчас тут пыльно. Попробую сейчас на второй. Ага. Хватит ей. Ебать. Ну, бывают осечки. Даже это первое, да, было? Да. Сцепление. Да, чуть-чуть. Это фары. Все нормально? Я думал, все, я тревога, нахуй, я встану, эвакуируюсь. Давай. Я возле столба встану. Давай, брат. Давай, умеешь толкача? Первый воткни. Ага. Все, сцепление держи, и когда мы тебя разгоним, ты... Завести, этот... давай. Да. Нет, да. Заведи. Просто бросишь сцепление, когда мы тебя разгоним. Хорошо. Нажимай. Я скажу, когда отпускать, резко прям. Давай. Кидай. Катайся медленно, и потом еще попробуй еби, нахуй, на второй подрифтить. Давай. Будет хватать или нет? Давай. Чуть прокатись, остуди. Бедный Джейзетик. Ну это боевая машина. Видите, она на первой скребет. Что с ней? Ничего себе нормально. Что с ней, доктор? Началась родовая. Просто вниз. Это четвертая!
Дай со второй начну сразу. Больше газа. Плюс вайбика вам. Дёрни. И он после этого перестал ехать. Да все. Давай, Лёха. Давай, делай, малыш. Я не буду, он давай, поликульный, давай, я делай. Давай. О, пошел, пошел. Давай. Поликулы. Давай. Сейчас я ему скажу, что надо включить. Что, сломал? Ну давай, оставляй Bosch. Включи. Ну ладно, забирай. Жди эвакуатор. Спасибо, что дали прокатиться. Жди эвакуатор. Сломал, все. Походу все, пизда, приехал. Ну все. А ручник точно снят, да? Да, ручник не работает. А мы ее хотели сегодня за 5 продавать, у нас брали за 5. Брать были. Блять! Либо ты берешь, либо что нахер. Ох, ёпта, Леха. Лех, вот я реально продавать хотел. Леха, давай, малыш, фолликульный, делай. Делай красиво, делай, брат. Давай за наших, делай, родной! На полном приводе сложно это делать. Давай за наших, сделай! За дрифтерскую движуху давай! Ну он сейчас реально что-то Сане сломает. Мне кажется, Саня реально ее продавать хотел. Ой-ой-ой-ой-ой! Блин, сейчас минус я, походу, буду. Пать, брат, это пиздец эмоции ебанутые. Нахуй. Не, ну эмоции это от того, что тачки теперь нет. Кто-то морёт, блядь. Там Леха дрифтит, он орёт. У нас еще есть Лехи на БМВ, бля. Поехали за ней, бля, ее тоже ёбнем. А можете меня толкнуть? Давай. Давай один, брат. Давай, я покажу камеру. Сам виноват, сам выносит. Все, почувствую наказание. А ты его пристыди, пристыди. Почувствую наказание, бля. Давай, давай, побыстрей. На квадрицепс, на квадрицепс. На квадрицепс, ну, давай, давай, пошел. Пристыдите его, пристыдите. Мы его пристыдить хотим, он сломал. А что она едет? Сломал тачку, сука. Да. Ой, нет, не бей. На меня напали хозяева. Нет, пусть я на сыне. Писать на тебя, блин. Зарядка. Да, пизда. Блядь, да еба. Остановите ее. Бля, это такой разъеб, я, блядь, пиздец кайфанул. Ну, ты знаешь почему? Потому что у нас резина, типа, ебучая. Разъеб в полном понимании этого слова. Чтобы дрифтить, надо ехать китайскую резину ставить, которая у нас лежит. Хуёво какую-то брать, блядь, да, дешевую. Чтобы она зацепила. Вообще, это, блядь, не шлем. Ты еще на Мишлене, сука, блядь. А ей уже не пизда? Не-не. А, нормально, да. Ну ладно, Тирен, твое мерси, я пойду на твое мерси дам еще пару раз. Не, подожди, стой, ты подойдешь. Мне на нем обратно ехать. Один раз просто. Сейчас толкнем, толкнем. Толкнем, сука. Когда я толкал крысовые, ебаные, блядь. Я сейчас приеду, на трос посадим, сука. Блядь, занимайтесь спортом, ебаный рот. Занимайтесь, блядь. Не стойте на месте, развивайтесь, нахуй. А чё смеешься? Ключи от плейда давай, я про твою, нахуй. А дай я твой разок дам. А вот боком? Да. А ты разъебешься. Ну, хорошо. Новый купишь? Сколько стоит? Но... 12 миллионов. 12 минимум. Ну, куплю, если разъебу. Точно? Да. А резину, блядь, купишь мне? Я бы сам дрифтанул, просто мне резину жалко. Ну, там, думаешь, прям с одного раза что-то будет? Ну, с одного нет. Я на своей периодически даю, просто пятачок и все. Ладно. Блядь, конечно, перехватывать руль удобно в этой, блядь. Да, экран. Крейсер, ёбан. Не снимай экран. А, не экран, ага. А можешь, типа, вместо звука выхлопа пердёшь ключи, чтобы она пердела, она боком шла? Смотри. Тебе куда? Назад на 100%? Да, 100%. Ты удержишь зад, ты 100% зад не удержишь, брат. Подожди, а там это все 1000 лошадиных сил на жопу? Да, да, да. Блядь. Просто как будто не в машину сел, блядь, а iPad купил. Знаешь, блядь, в видео здесь 1000 китайских, блядь. Пристегивайся. Давай, держи. Давай, я тебя поснимаю. Шутку шутить про то, что, блядь, а где звук? Она заведена, нет? Конечно. Понял. Она заведена, реально. Коробку передай, сука, переключи. Она где-то здесь была, нет? Да, это назад. Это назад. Это вперед.
Да, отменить надо. Сейчас, подожди. Не газуй только. Я на блэйде никогда не ездил. Давай, тогда пристегнись. Пристегнись сзади, да. Я всегда пристегиваюсь, ребята. Привыкни к рулю брать сначала, чем сразу пятаки крутить. Да. А, вы будете крутить? Да. О, только давай, на блэйде, дрифт на блэйде. Ебать, не разъеби, брат, ебать. Не разъебу. Это там, легендарная машина. Там в любом случае, в любом случае не тотал будет. Но... Если пятачок просто по кругу, я прям чисто круга все. Ну я не просто не представляю, я круг крутил на ней. Я помню, мы же так говорили. Да. Ну просто, понимаешь, ты знаешь, как она, я не помню, как она реагирует на педаль. Пизда, как реагирует. Да, только не забывай, стабилизации нет, если ты хочешь разгон проверить. Я помню. Сейчас, я так просто делал, чтобы не во что уебаться было, понял? Ну, подешевле, чё? Давай. Можно шину. Ты хоть с места. Делаем? Да, стрёмно, да. Бля, ебал. Брат, хоть с места вообще. Если что, просто тормоз нажимаешь и все. А, это 20. Не давай. Да, просто пятак хочешь, да? Да, просто пятачок. Давай тормоз сейчас нажми. Для начала почувствуй. Ой, я резко нажал, хотел сцепление пережать. Понял, ногой. Смотри, давай чисто, вот если пятаки, и ты не будешь это выебываться. Все. Не выебывайся. Все? Смотри. Влево руль. Все, нажми. Ты нажми передачу. А, я сбросил, да? Ой, блядь, двумя ногами нахуй. Ебашим? Ну ебашим, че. Сейчас будет все по-другому, брат. Ой, блин. Ебать. Как тебе ты сейчас? А где руль-то, блядь, схватить? Бля, смешно, что без руля. Просто молча. Аккуратно, ебать. Ааа, ебать. Блядь. Ебать. Да, она ёбнутая, блядь. Тяжело контролировать, да? Сань, передай, пожалуйста, телефончик. Я позвоню быстренько, родной. Можешь, пожалуйста, хорошо? Стой. Ебать, все, хватит на себя, нахуй. Я просто блюю вам сюда сейчас. Ебать. Не, ну не сложно, но эмоции классные дарит. Надо тройку сюда привезти, на тройке можно хоть как крутиться. Она я просто легкая. Я на тройке ебать дрифтил. Вот на тройке вообще разъеб. Да. Но мне это жалко еще, ебать. Это жалко, сука, да. Такие машины жалко нас. Согласен. Ну, если что, Сань, вашу тоже жалко, он просто для этого создан. Я не понял, что ваша. Она создана, чтобы ее трахать. Боевая, да. Это такая, бля, кораблик ебучий, бля. Это как на семерке дрифтить, знаешь, я понял? А дай книгу с Порша. Точно? Ну, так, на первой передаче. Да. На первой передаче. Брат, 25 миллионов, например. Только не дрифти на ней, брат. Мы с она для дрифта. Она полноприводная. Не, она для дрифта. Не. Ты мстишь за BMW? Без обид, Сань, но в плане вождения тебе меньше всех зимы. А что здесь? Расчесочка. Расчесочка, да. А как поближе подвинуться? Внизу слева. Знаешь, как заводится? Порш. Давай попробую угадать. Давай. Голосом. Давай, говори. Порш, старт! Заводи! Порш, это фишка единственного Порша. А, вот. Ну, в смысле, не единственная, но... Не знаю, правда, не знаю. Для Порша звучало. Я не знаю. Слева ключ, слева. Вот эта палочка. Вот это? Да, дергай. Давай. Монте-Карло, нормальное радио? Температура комфортненькая, пожелание по поездке есть? Ну, не въебаться. Все, у меня тоже такие, в принципе, у нас в этом плане все схожи. Короче, в Порше есть ебанутая хуйня вообще. Тут есть режим, который создан, блядь, чисто наваливать. Ты нажимаешь, тебе 30 секунд вся мощность тачки. Вот, клянись. Да, драйв-мод называется. Вот это, типа, как-то... Газ лучше не нажимать вообще, да? Не, нажимай. Ну ты, правда, отъедь. Не разъеби, главное, это пиздец. Да не, вообще плавно. Не, ну это сейчас, блядь, плавно. Ой. Санечка, о. Челы пишут. Саня, еби. Не. Брат. Очень дорого, очень все дорого. Ой, бля, брат, очень. Да не, она вообще как будто под меня делает. Нет, так она рулится по ебанутому, блядь, понимаешь? В этом весь прикол. А в чем ее опасность? Опасность в том, что когда ты включаешь спортивный режим, ебать. Попробуй, просто встань на место вон там, только успей затормозить. Ты же педали еще не путаешь? Нет, все нормально. Ну все, заебись, давай. Вот развернись вот здесь просто. Надо сейчас это... Только смотри, ее, короче, боком может понести. Блять, правда, не знаю, ты же понимаешь, такую машину поймать чуть-чуть? Конечно. Типа, понял, если... Ну, либо просто отпускай газ нахуй, это полный привод. Сейчас. Да, пристегись обязательно. Так. Ты как, сланча хочешь или просто пока? А я никогда раньше в жизни не ел. Блять. Ну давай, что там сложно? Вот там какой-то камешек, правда, лежит. Надеюсь, он не наш. Левую и правую. Левую педаль, правую зажимаешь, а потом левую отпускаешь. Левую педаль? Да, только не рули влево-вправо рулем. Подожди, только прямо. Левую педаль. И правую одновременно.
не рули рулем, главное, влево-вправо. А, и потом вот да, ее понесет, сразу говорю. Не, стой. Ты нажал эту хуйню? Сейчас, подожди, просто не надо зайти проскипать. Нормал стоит. Вот, спорт респонс. Опускать? Да. Вау! Так ты не нажал даже полностью. Реально? Я боялся. А, да. Не, да я нажму нахуй. Давай еще разочек. Давай. Не, просто там просто боялся. Лужа была, я еще из-за этого застал. А на лужу можешь занести? Да пиздец, я вообще... Ты не понял, что ее изначально понесло? Брат, в моих руках ничего не несет. Так, можно прям посильнее жать, не бояться. Вообще прям, ну как, ну я не знаю, типа тут надо чувствовать, понимаешь? То есть если ее начинает нести, то есть если ты ее не ловишь, отпускать надо газ. Нажимаю? Нажимай на эту хуйню в центре, у тебя 20 секунд, видишь, чтобы типа... Давай. Ох, ёб твою мать! Ёбаный рот, нахуй, ебать, как хуёво на пассажирке-то жить, нахуй. Я того рот ебал. А? Подташнивает? Ну, сори, чат, я не заснял. Нет, в плане очковый, пиздец. Давай сейчас вот так же только вот в нижнем. Санча. Я как лунтик еще мир машин познаю, я вот типа... Ну тебе ебать охуенно, прикинь, какие у тебя эмоции. Ты же реально сейчас, ну просто по сути, блядь, только родился. Да. Блядь, а ну можешь тогда на тест на плейде прокатиться? Очень хочу, это моя мечта. Пойдем. И ты поймешь, что это все хуйня вообще, абсолютно, эти. Плейд как стоячий ебет, да, типа, реально? Да, вот ДВСники, понял, которые вот двигатель внутреннего сгорания. Да, я ДВСники понимаю, странно звучит просто. Вот. На всякий случай уточнил. О, рейд от Мира. Мира, спасибо большое за рейд. Спасибо. Понял, они, короче, они долго раздуваются. Турбины вся вот эта хуйня. Тут вся мощь, типа, там, во-первых, лошадей больше, там 1000 сил. И она сразу идет, понял? Ну ты охуеешь, я правда не знаю, варпач даст или нет? Да, конечно. Ну, по крайней мере, сам он тебя точно разгонит. Варпач даст, конечно, даст. Вы поняли, я про плейт сказал сразу, чтобы он типа пошел в другую машину и быстрее стал. По ощущениям, когда разгоняешься, как будто сейчас переместишься, как Марк. Она еще ебанута орать начинает, понимаешь, что это хуйня, типа. Сколько сил? Сил 700 с чем-то ебал. Ну здесь 1000, блядь. Ну Саня хочет на всех поесть, знаешь, как в GTA, когда в автосалон приехал, он там тест драйв. Я смотрел видос, он прям... А, 650, брат, всего лишь. 650? Всего лишь. Как тебе ощущение от руля? Дай пару комментариев, родничок, нахуй. Просто... Ебало, просто тут, конечно, весь... И все, вот так? Да, заряд. Отмена. Тут весь акцент, конечно, ебало, блядь, у меня сейчас пиздак скукурузится жестко. Ну и я тоже, понимаете? Тут проблема в чем, что, короче, он когда нажимает на газ, я уже забываю, что я вообще снимаю, блядь. У меня идут инстинкции сохранения. Ой, мамина. А как она так быстро? Нет, ты, наверное, не понимаешь, о чем речь идет, брат. Ты, наверное, не в курсе. Да, ты, наверное, не знаешь. Я не знаю. Ты не ездил, да, на электромашине? Нет. Давай, все, я понял тогда. О, вот там Range Rover. Блядь, куда он дрочит, его слышишь? Блядь, стрёмно нахуй. Что он делает, блядь, этот морозок ебаный. Заебись, посигналил, чел, ебать. Ты чё? Просто чувак по ремню шлёпал, блядь, по рулю шлёпал. Просто что он дрочит? Зачем он дрочит? Догоняй его нахуй. Подожди, ты только не рискуй. Не, ты не нажал. Как гудок дать? Нету? А, есть, на руле справа у тебя гудок нарисован, видишь? Ну кто, дай, остай, открой. Поближе. Слышь, хуесос, блядь, ты что вытворяешь, блядь? А что такое, блядь? Ты что дрочишь его? Да не, занесло нормально. Гондон, ты что дрочишь? Я думал, ты покататься взял. А, это же твой, я забыл. Это же твой, я забыл, блядь. Ты просто вот так вот едешь. Ты за штурвалом, что ли? Ёб ты, дура белобрысая. А? Я забыл, что это его, блядь, тачка. Электроавтомобиль, гондон, экология, блядь. Ты думай головой. Ты пердишь своими газами, гондон, блядь. Дури, блядь. Кирюха, блядь, первый раз. Дрочит. Кайфанул от наших этих фраз, блядь. Да он дрочит, смотри. Что он делает-то, блядь, с машиной? Дрочит. Сервис, ебать, поедет. Лендроверы, блядь, ломаются по стандарту. Догоняй, тварь, сука, блядь. Тут руль ублюдочный, блядь. Срезанный, блядь, обрезанный пенсил. Как его крутить вообще надо, я не понимаю. Габариты, брат, главное чувствовать. Правильно, нахуй. Мотор вылетел, нахуй. Батарейка выпала, блядь. О, мы в тумане, ребята. Сейчас перед нами стена. Ебать, распогодило. Шафура вылетает, ебать. Поезд навстречу. Садись на нее просто. Так, давай, как ланча давать? Подожди, нет, ты просто... Саня смысл уже, как ланча, давай, Игорь. И просто держи, нажми тормоз до упора. Тормоз до упора. И потом... Только нажмешь, посмотри сюда, ты охуеешь. Нет, не смотри, смотри на дорогу. Куда смотри? Не смотри на дорогу, так интересно. Руль прямо, руль прямо, просто тормоз. Все, отпускай тормоз. Теперь просто можешь нажать газ в пол и держать, и главное, руль держи. Ёб твою мать, я, блядь! Да пиздец, брат. Не, сделай ланч, пожалуйста.
А это что, не это обед был или ужин? Что это было? Это завтрак был. Завтрак был. Поверь мне, блядь. Реально? Да, да. Это там максимум 100 лошадиных сил нахуй использовал. Он даже не нажал. Это реально, ты чтобы понимал, ты сейчас просто на первую передачу приехал на вашу бэхе. Кстати, странные эмоции, да, дает? Очень странно. Очень странно. Но есть кайф это. Как она. Вот она так и рулится, да, типа? К этому привыкаешь? Да, да. Неделю привыкаю. Теперь держи тормоз левой ногой. Так. Сейчас будет, да. И правый держи газ. И потом отпускаю. Я скажу, когда отпускаю. Смотри, на сходи. У тебя машина нахуй взлетает. Так. Можешь отпускать тормоз. Блять, стой. Ебать. Сука, ебать, я обосрался. Я аж как будто реально напокакал, блядь. Чё, как? Чего? Бля, ебать, странная хуйня. А как это получается, что он цепляется? У меня поршни не цепляются. Я не вообще. У тебя Порш, он трековый автомобиль. Я зажимаю лач, у меня она шлифует каждый раз. Я вообще не понимаю, что это. Может быть, еще резина у тебя лысая здесь, видишь? Не, у меня хорошая резина, пиздец, заряжена. Он дрочит, теперь другой рейндж, смотри. Бля, зачем? Так жалко машину, сука. Зачем он дрочит? С ржами нельзя так. Да, да, это ж пиздец, это от сервиса до сервиса. Чай шлифой въебать. Это просто кроссовер же. Зачем он дрочит?